Всем привет, ребят, с вами Руслан, это канал GBG, и это продолжение рубрики прохождения вот этих вот локаций. Сейчас мы будем проходить Солнечный квартал. Я скажу так, я его не проходил, что там внутри я не знаю, но я думаю, что у меня получится с первого раза. Ну вот он, сейчас я покажу по карте, где он находится. Вот подземная парковка, вот это мы еще не проходили, вот мы сейчас здесь, и вот это мы прошли. То есть сейчас я пройду вот эту локацию, покажу вам, собственно, что там, как ее проходить и так далее. Так, поехали. Награда Экспа. Окей. Нам надо просто убить ребят. Привет. Ага, там внутри черепа. Я думаю, мы быстро справимся. Отлично. Привет, друг. По стелсу сразу говорю, здесь полно мусора, хотите собирайте, хотите не собирайте. То есть, ну, тут еда, поэтому она хпшечку восполнит. Так, идем дальше. Мне кажется, ли кто-то рядом будет. Да, привет. Что? Отлично. Маскируемся. Так. Готово. Ребят, вот здесь есть такие ящики, я сразу говорю, в них ничего нету. Я не показывал, когда мы проходили тоннель. Там также они были. Я их не открывал, потому что в них просто ничего хорошего. Я сейчас один открою, покажу, хотя это, конечно, не та локация, где по-хорошему его было бы. Вот, так. Тут сейчас будет какая-то зеленая, максимум синяя шмотка и какое-то говно. Вот. Такое. Сейчас для Верочки второй покажу. Вот та же самая история. Ну, драгоценности — это неплохо. Там за дверью кто-то. Идем. Отлично. Так, дальше я ящики открывать не буду, но это просто бессмысленно. Я прям как Хитман тут среди зомби. Oh, God.
Так, сейчас полечимся, потому что... Мне показывает, что у меня проблема. Так, здесь осталось пара ребят. Привет. Отлично. Вот, собственно, и все, ребят. Так, ладно, идем на выход. Что-то я в этой расчлененке даже не вижу, куда бежать надо. Так, все правильно, все, я тупанул. Надеюсь, было интересно. Подписывайтесь, ставьте лайк. Пока.